Россия без Москвы. Что-то... Я думаю, это... Что я буду делать, если Москвы не будет? В том числе, то есть, что будет с Россией без Москвы? Что будете вы делать? Что будет происходить вообще, в принципе, в этот момент и в дальнейшем? То есть? Если я вдруг проснусь и увижу, что нет города Москвы, я сразу же сяду в свой автомобиль и уеду в свой любимый город Звенигород. И попытаюсь организовать там некую клику из хороших людей, которая возглавит снова Россию, державу. И мы спустимся по Москве-реке на Стругах и завоюем это место. А самое интересное, что если Москвы не будет, здесь, наверное, будет возиться осетр и стерлядка. И я с Владимиром Владимировичем поймаем самую большую щуку.